Да, будете смотреть. Все, смотрим. В последнее время белгородцы все чаще жалуются на работу общественного транспорта. Решить проблему и повысить качество пассажирских перевозок поможет выход на линию 100 новых низкопольных автобусов. В уплотнение уйдет у нас, скорее всего, 15, а 15 уйдет абсолютно на те маршруты, где мы еще не работали. Понятно. И еще 40 автобусов, это опять же на те же маршруты, которые существуют у нас на сегодняшний день, но там работают соисполнители. Все автобусы выйдут на маршруты уже до конца этого месяца. Некоторые заменят старые. 15-го полугода, да, старые автобусы, да, московские, которые нам передавались, вот они у нас выходят из строя, но их немного. Сейчас по городу ходят. Сколько у вас по городу ходят? Вот мы их сейчас точно заменим. Там со следующего раза. Кондиционер, система видеонаблюдения, валидаторы. Автобус обеспечивает максимальное удобство для всех пассажиров, в том числе и для инвалидов. Предусмотрен раскладной пандус. В салоне есть информационное табло. Коммерческая реклама, это ваша, то есть это ваш доход. Она должна быть, и вопросов нет. Но еще... Да, ребята, это который 4 марта 2022 года выпустят белые автобусы. Были синие 2021 год, и все, будут еще белыми и синими. Все, смотрим. Планирование населения. Социальное. Да, о социальном контенте. То есть это уже задача будет правительства. Водители еще не успели в полной мере оценить преимущества новых машин, но полагают, что транспорт превзойдет все ожидания. Дмитрий Нерубенко за рулем уже около 20 лет. За это время управлял почти всеми моделями автобусов. В новом обращает внимание на особый комфорт. В рабочем месте водителя удобнее стало работать. Скажем так, все под рукой. По салону, пассажирам удобно, по крайней мере. По плавности хода отличаются в лучшую сторону. Любая работа ответственная, как ни костись. Ну, конечно, да. Дорога, пассажиры, люди разные бывают. У кого-то нервы, как говорится, с утра начинают. Ну, стараемся себя держать, как говорится, в тонусе, не реагировать. Автобусы будут следовать по 10 маршрутам Белгорода и пригородам. Ежедневно в формате «Лучше заблаговременно» говорить о том, что маршрут номер 2. Сегодня изменение графика движения автобуса. Да, мы увеличиваем плотность. Но теперь только, чтобы внимание на дорогах, потому что человеческие жизни, вы это понимаете лучше меня. Ну, надеюсь всегда, что новый транспорт позволяет нам сократить всю проблему на дорогах. Экологичность – немаловажное преимущество. Автобусы работают на природном газе, а еще новый транспорт выглядит практично и эстетично благодаря единому стилю. Анастасия Кравцовская, Евгений Кравцовский, Вести, Белгород. Да, ребята, вот такая вот видео получилось. Вот. Вот, это, которое 4 марта, которое выпустили автобусы белый и синий, которые номер 2 вообще был старый, и все, в 2010 году. И модельки были такие, да. Еще такие были старые, которые... Был Зиву 600-802. Которые номер 2, как одинаково автобус и троллейбус. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, СМЕ Транспорт. Эх, все города, всем.